Всем здравствуйте! Друзья, сегодня я хочу поделиться своим подарком. То есть я уже больше года как посещаю фитнес-клуб, и тренер Татьяна Михайловна с нашими девчонками, с группой подарили мне на день рождения такой дневник дачника-огородника, узнав о том, что я занимаюсь огородом. И мне вот такой сделали замечательный подарок, за что им очень большое спасибо. Здесь и наклеечки есть вот такие, которые можно пометить все свои. Потом здесь есть лунный календарь на 3, на 4, на 3 года, да? На 24, на 25, 23. И вот здесь от рассады до урожая. Здесь все такие советы. Здесь все от А до Я. Здесь вот такие рисунки о заболевании растений, ягод. Все здесь, всякие рекомендации. И также здесь можно все помечать. Историю своего урожая, что я уже и начала делать. Подарок для меня был летом. Я уже летом ничего не писала. Ну, решила с Нового года начать. Здесь пишу все свои названия растений своих. Даже вот есть схема посадки растений на грядках. Можно сделать свои схемы. Вот. Для того, чтобы, например... Вот, я пропустила один листик. Ну, ничего. Вот здесь я уже рисую, что у меня было посеяно. Я по памяти знаю, что у меня было посеяно на своем участке. Я здесь решила уже написать. И буду писать также вот за 23-й год и 24-й год. Себе помечу, что у меня где будет расти. Чтобы не повторяться, а делать пересев. Здесь вот все любимые семена. Вот название здесь всех растений. Короче, подарком я очень довольна. Я им очень благодарна. Подготовка семян к посадке. Здесь все-все. Грунт на рассаду какой. Какие дни календарные. Какие эти... Лунный календарь, короче. Вот он. Я здесь показывала. Вот он. И все прекрасно. Так что большое спасибо вам, девочки, за такой подарок. Очень нужный для меня. И полезный. Вот, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Так что имейте в виду, возьмите себе на заметку. Это очень хороший подарок для огородников. Обработки. Все-все здесь можно. Самое главное, что здесь есть советы. И также здесь есть вот пустые листики, где можно все-все помечать. Делать свои заметки. Даты, посевы и все. Очень много здесь хороших таких вот листиков, на которых даже и пишутся задачи по подготовке сада к зиме. Вот все-все здесь можно цитировать, писать, помечать. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.